Владимир, которого уважаете, которого не уважаете, вольно гуляющие. Прошу вас заводить все это. Дорогие друзья, просьба такая, все зрители, все мы сейчас снимать просто во время экскурсии. Во время мероприятия снимать нельзя. Вы должны находиться либо по деревам, либо в поле, елка, по сиборам, по трубу. На тротуарах вы тоже находитесь, вы там не всегда. Здесь находиться нельзя. На момент, на момент. Спасибо!
Украина! Спасибо! Победа! 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 Ура!
Стоп, верю. Встали. Пусть будет ура. Итак, внимание. Первый с первого по 27-56 направо. Вот. К центру сомкнулись, шагом марш. Сомкнулись. Лицом сюда поворачиваем. Дорогие друзья, именно сегодня, в этот день, 8 мая, мы в пятый раз собираемся на площади Ленина. Нам уже пришли ветераны Великой Отечественной войны. Поприветствуем их! В ночь с 8 на 9 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Сегодня праздник, 69-я годовщина. И мы все, по сложившейся традиции, приходим к нам на площадь Ленина сказать нашим ветеранам «Правая рука!» Спасибо! Пусть пройдут годы, но каждый из нас будет помнить об этих удивительных днях, об этих удивительных праздниках, которые мы праздновали с того самого 45-го года. И празднуем ныне. С праздником вас, дорогие друзья! С праздником у вас, уважаемые товарищи ветераны! Левая рука вверх! Спасибо! Дорогие друзья, каждый раз мы эту акцию проводим чуть-чуть иначе, хотя в основе ее, конечно, вот это удивительное слово «спасибо». Каждый раз у нас появляются новые люди, новые персонажи, что-то добавляется, что-то изменяется. То мы идем на парад, то мы приходим с парада, то мы идем на реконструкцию, то мы с ней возвращаемся. Сегодня мы наших ветеранов будем провожать до торжественного мероприятия в городском театре. Сегодня у нас изменения. Сегодня перед вами с кратким концертом «Песни военных лет» выступает группа Red Cat Band. Ваши аплодисменты! На исходной позиции. Окей?
Сейчас вы будете становиться на исходные позиции и по возможности
снять куртки и рукавами привязать их к себе к поясу. Окей? На исходной позиции шагом марш! Yeah!
Россия! 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 Ура! Левка! Россия! 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 Ура!
позиции шага марш второй дубль. Дорогие друзья, дело в том, что у нас проводится видеосъемка с воздуха. И мы должны повторить это еще раз. Прошу всех приготовиться для второй съемки. Владимир Петрович, направили его на исходную позицию шагом.
Вперед! 43К, 44К, 43К, 44К, вперед! Вперед, шаг! Еще! 44! Окей! Правая рука! Россия! 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 Ура! Левая рука! Россия! Нашим родителям спасибо за то, что они подарили нам
эту жизнь. И спасибо за то, что они подарили нам жизнь. Мы прежде всего скажем нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Спасибо! Thank you.
театру, не спеша, не толпой, аккуратно через переход, там ГАИ будет стоять, делать там коридор, с криками, руками, песнями. Спасибо, победа и так далее. Спокойно!